Я в полном восторге от новой масти, биомасти Амакхан. Это просто находка. Я считаю, что нам всем очень повезло, что мы оказались в нужный момент и в нужном месте около Юрия Владимировича, когда такая находка появилась. Это она на основе бактерий, которые проникают вовнутрь, бактерий молодости, которые омолаживают, но проникают через дерму, но омолаживают нас изнутри. И за буквально месяц использования, 2-3 раза в неделю, пигментация высветляется, что само по себе очень большой уже результат для косметологии. Мы знаем, что с пигментацией бороться очень трудно. Появляется внутренняя наполненность кожи, более молодое свечение и явно помолодевший вид. В дополнение к процедурам, которые имеются в клинике, это, конечно, просто супер-супер находка. Ну а что касается результата моего использования, ну, наверное, месяца. Я даже скажу точную дату. С 24 октября, сегодня у нас конец декабря, почти канун Нового года, у меня значительно посветлело лицо. Я приехала с юга, загоревшая, конопатая, и начала ей пользоваться. Выровнялся тон, наполнилось само лицо, какой-то более плотный вид, у кожи более здоровое свечение. А с рукой я просто делала эксперимент. Я специально накладывала маску до сих пор в качестве эксперимента, чтобы была видна разница. И посмотрите, насколько ярче здесь пигментация, веснушки, конопушки и пятнышки, и насколько выбелилась рука относительно этого места. Прям видна граница. Я это делала для наглядности специально, чтобы видно было.